Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи. Они провели исследование, и спутник ВИ точно нейтрализует новый штамм омикрон. Вот он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Так что вот это буквально два дня назад я с ним говорил. Они эти исследования провели. Но теперь нужно провести второй этап, это клинические исследования, посмотреть, в какой степени. Он говорит, вот то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать на 100%, нейтрализует достаточно высокой степени.